В Египте 8 человек погибли в ДТП с микроавтобусом. На высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. 8 человек погибли и еще 4 получили травмы в результате ДТП в Египте. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 декабря, со ссылкой на египетский Минздрав. Авария произошла в среду вечером на севере страны на автотрассе, соединяющей Каир и Александрию. По неустановленным пока причинам, на высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем с прицепом. В момент аварии прицеп упал на микроавтобус с людьми. Отмечается, что Египет занимает 16 место среди арабских государств и 109 в мире по показателю смертности на дорогах. В прошлом году на дорогах страны погибли 11 тысяч человек, что на 4 тысячи меньше по сравнению с 2016 годом. По официальным данным, 80% случаев аварий со смертельным исходом причина является человеческий фактор. Напомним, в начале декабря в египетской провинции Бени-Суиф произошла массовая авария с участием микроавтобуса, грузовика и нескольких легковых автомашин. Тогда погибли 4 человека и еще 26 получили травмы. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Корреспондент.нет. По материалам сайта newsgro.com.